Пересечение улиц Вторая линия и Шевченко. Здесь, напротив спортивного манежа «Юность», расположена одна из немногих зеленых зон района. Турники, футбольное и баскетбольное поле, а также несколько пешеходных дорожек. Все это в скором времени может исчезнуть. 19 сентября здесь поставили разметочные столбики. Для местных жителей большим сюрпризом их появление не стало. Еще с 2015 года на этой территории планировалась постройка ледовой арены. И если два года назад зеленую зону удалось отвоевать, то сейчас ситуация вновь обострилась. Но в последнее время мы заметили то, что здесь началась разметка территории, колышки бивались. И когда спросили у работников, которые здесь вот размечали территорию, нам сказали, что территория готовится под строительство Ледового дворца. Местные жители всеми силами стараются уберечь территорию от посягательств со стороны. Хочу обратить внимание, что жильцы ближайших домов, и не только ближайших, а приезжающих сюда даже из других районов, заниматься не против спорта, не против хоккея, а именно против застройки данной территории вот таким крупным спортивным сооружением, как Ледовый дворец. При строительстве Ледовой арены пострадает не только зеленая зона. Помимо того, что перестанет существовать спортивная территория, которая находится в свободном доступе для всех желающих, для жителей близлежащих домов ситуация также изменится в худшую сторону. Здесь будут устанавливаться охлаждающие устройства, которые будут работать 24 часа в сутки. То есть дорога, которая будет затрагивать палисадники наших жителей. Остановку общественного транспорта перенесут на противоположную сторону, а у будущего здания появится парковка на 150 мест. Получается, что к двум спортивным манежам со своими стоянками добавится третья. И общая загазованность квартала вырастет в разы. Ранее эта площадка значилась как два футбольных поля. Сейчас она, конечно, в запущенном состоянии, и является эта запущенность аргументом со стороны арендатора, но именно арендатор и ответственен за то, что она сейчас в таком состоянии, потому что это его обязанность следить за состоянием. Футбольное поле запущено последние 3 года. Сейчас юным игрокам приходится вырывать сорняки вручную. Но территория по-прежнему пользуется спросом. В теплое время года сюда приходят спортсмены заниматься на турниках. А по пешеходным дорожкам гуляют пенсионеры и родители с колясками. Зимой же здесь появляется настоящая лыжная трасса. Я бы хотел обратить внимание вообще властей на это. В городе зеленых зон осталось очень мало. Вот одна из них. Ее хотят просто уничтожить. В районе это последнее. Но выделите вы площадку в том месте, где, допустим, это не будет ущемлять ничьи интересы, и город будет, об этом тоже хотел сказать. Зеленой зоны останется. Наш телеканал направил запрос в администрацию города Рязани по поводу строительства на этом месте ледовой арены. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».